На Бали закрыли аэропорт из-за активизации вулкана Агунг. Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столб пепла и дыма высотой 2,5 километров. Международный аэропорт на острове Бали в Индонезии закрыт из-за возобновившейся активности вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти в пятницу, 29 июня. Всего отменено 450 рейсов, что затронуло 75 тысяч человек. Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столб пепла и дыма высотой 2,5 километров. Синоптики предупреждают, что ветер может отнести пепел к густонаселенному острову Ява. Пока власти не стали повышать уровень опасности, он по-прежнему остается оранжевым. Напомним, вулкан Агунг стал проявлять активность в прошлом году, тогда тоже закрывался аэропорт, и даже объявлялась массовая эвакуация. Однако в начале этого года вулкан успокоился. Ранее сообщалось, что в Эквадоре проснулся вулкан Сьерра-Негра, и это произошло из-за серии землетрясений магнитудой до 4.6. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.